Ты родился здесь, вырос. Буря — это единственный мир, о котором ты знаешь. Это место недалеко от Восточного Хребта. Вот здесь. Пап, ты о чем вообще говоришь? Ты увидишь. Выбравшись туда. Маленький кратер. Чтоб там ни было, твой отец хочет, чтобы мы это увидели. Но мы ведь никогда еще не были снаружи купола. Ну и как это произойдет? Вечером будем. Я слышал, она странная. Почему? Она с земли. И что? Такая своеобразная. Своеобразная. Мы все в деле? Давайте-ка угоним ровер. Блокировка начинается. Ну давай. Через 5, 4, 3, 2, 1. Знаешь, что лучшее в поездках? Ты все оставляешь позади. Вот оно. За полночь. И подул ветер. Небо на земле. Правда голубое? Ага. Ух ты. Помните самую главную вещь. Плохая идея. Осторожнее, осторожнее! Дело не только в том, куда ты идешь. Метеоритный дождь! Мэдисон, беги! Это еще и о том, как ты туда добрался. Люди, с которыми ты это сделал. Калеб, а что в кратере? Я не знаю. Полагаю, сейчас выясним. Только вы, ребят, первые идете. Ты уже никогда не будешь таким, каким ты был в начале пути. Это были лучшие 2 дня моей жизни.